Знаменитый Майкл Фингел из «Нью-Йорк Таймс»? Мы 3 года вместе. Зови меня Майк. Отгул не хочешь взять? Как раз иду в издательство. Жду дома. Люблю тебя. Официальный выбор Санденс. Эта статья могла спасти людям жизнь. Вы просили в красках. В красках, но ничего не придумывая. Я использовал только факты. Тебя ждет яркое будущее, Майк. Но не здесь. Знаешь, если честно, я рада, что с Таймс покончено. Ты стал жутким козлом, пока на них работал. Алло. Алло, я журналист из Орегонян. Хотел бы услышать вашу версию истории Кристиана Лонга. Кого? Он убил всю свою семью. А я при чем? При том, что при задержании он сказал, что его зовут Майк Фингел из «Нью-Йорк Таймс». Основано на реальных событиях. Он упоминал, почему он использовал мое имя. Я надеялся, вы мне об этом скажете. Он был обычным парнем. Умный, порядочный мужик. Как-то пришел домой, убил жену и детей. Идиотизм. Спасибо за встречу, мистер Лонга. Просто Крис. Почему я? Я следил за вашей карьерой. Я будто знал вас лично. Я хотел рассказать свою версию. Только вам. Но, видимо, уже нет смысла. В правде всегда есть смысл. Вы всегда так думали. Такой сюжет выпадает раз в жизни. Это же мой второй шанс. Вы изгой. Не таким я мечтал стать. Никто из нас не стал таким, как мечтал. Алло? Джилл, привет. Рад знакомству. Крис? Знаешь, Майк, мой настоящий друг. Я надеялся, мы с тобой тоже подружимся. Мы имеем дело с исключительно опасным человеком. Ты мог написать о чем угодно, а выбрал его? Он сам выбрал меня. Не выбрал, а использовал. Мы считаем, он действовал не один. Дело не только во мне. Джона Хилл. Кого? Кого ты защищаешь? Джеймс Франко. Не могу сказать. Фелисити Джонс. Считаешь его невиновным? На кону моя репутация. Не бросай меня. Ты готов стать тем, кто выпустит его на свободу? Прекрати! Крис, ты виновен в этом преступлении? Правдивая история.